смотри, какие Люба куртки. Томми Хилфигер. Просто шикарно, смотри. Коротенькие, да? Да. Ну, да. Мне мало она, потому что это вот М. Ну, маленько, да. Уже тут нету. Нету? Ой, слушай, такие эти легкие-легкие. Да. Это не Томми Хилфигер, это вот Томми. Очень классно. Так, приближаемся к теплым вещам. Наталья сейчас будет предлагать мне что-нибудь тоже мерить. Тебе надо предлагать? Да. Тоже да. Что-нибудь хочу померить. Смотри. Хоть в магазине поодеваться. А что красивое вот это? Как пальто. Какой размер-то? А ты посмотри вот эти вот. Ой, эти. Какие шубейки. Кельвин Клайн. Ух ты. Такие как шубейки. Прикольные цигеечки. Да. Я померяю. Они... Ой, а сзади-то, посмотри. Они как цигеечки, но как они... на обезьянке. Классно. Они чё как это? Цигеечки, но они как пуховички. Давай я один покажу. Да, а я эту померяю. Это что? XL? Маленькая, тогда обратно повесь. Тебе даже мало. Посмотрите, как маленькая обезьянки сзади. Что-то, знаешь, у обезьянок юбочки одевали. Так прикольно. Такая интересная, кстати. Да, я такого еще очень чуда не видела. Ну зачем? Что к чему сзади-то? А вот эти свои какие интересные. Донна Каран, смотри. Ух ты. Донна Карен. Ой, вообще такие легкие. Посмотри, ты потрогай. Да, да, вообще веса вообще. Нет. Почему черная это? Все чернота-то почему одна? Не говори. Везде чернота. Вот Майкл Форс тоже, смотри. Он тетенька белую держит. Все чернота. Это тоже экшн? Да. Ну, да, коротковато. Маленькая. Знаешь, что можно еще вот здесь посмотреть. Здесь сиреневые очень красивые. Хотя тоже нету экстраладжи. Это гэсы. Гэсики такие, смотрите. Обалдеть. Как бы Любу-то хоть тут чем-нибудь. Ну-ка. Вы посмотрите на ней, на Любе шубка-то какая. Говорит, шуба-то мне типа не нужна. Вон сама то, как к шубам бежит. Да красная-то. Вот тебе боже, а где тебе подарок-то? Крутанись-ка нам, Да, конечно. Такая вот шуба. Легкая, но легкая. Нет, тебе такую не надо. Наталья говорит, хочет такую как курточку. Но она красиво пошита, ничего не скажешь. Но она как... Здесь вот эти вот пальцы. Да-да-да. О, ну курточка должна быть все-таки, но не в обтяжку. Вот что мне кажется. Она в обтяжку мне, да? Конечно, в обтяжку. Ну а как она мне в обтяжку? Ты вот. Прям. Ну, сзади вот тут складка уже. Не, ну как? А куда же в ней? Ну, это же не кофта. Курточка должна чуть посвободнее. Да, ой, Наташ, ну, мне... Посмотри. Мне ой, купальник надо. Свободна. Хочешь взять, что ли? Ну, нет, возьми. Нет. Возьми. Нет. Нет, нет. Жилеточка-то. Треугольная. Померяй, давай-ка. А я глянь, что прихватила в бассейн нет. Ходить. Где? Так, на жилеточку. На. Кстати, тебе с собой эта жилеточка вообще. Совета теперь надо жилеточку. Совета, да. Ну-ка, сейчас мы здесь. Конечно. Ой, слушай, как красиво. Вот. Ну-ка, пойдем сюда вот, туда. Покажись нам. Не модная. Ага. Слушай, и с этой... С кулончиком-то. Ну, не закрывай ты. Кулончик. У тебя до сих пор осталась привычка натягивать на живот. Да, знаю. Ужас. Ну, что вот это опять натягиваешь? Не тут трогай. Боков. Вот карманов нет. Как-то мне. А какие карманы-то здесь нужны? Это вот просто одел и пошел, чтобы тепло было. Вообще очень симпатично, кстати. Ее надо... Вот, да. Так что вместо шубы у меня теперь будет... Вот посмотри в зеркало, как красиво. Есть. Ну, зеркало надо найти. Вот, а вот она.
Угу. Опочка закрыта. Да, все. Красиво. Ну-ка, покажи себя. Видите, как она танцует, танцует. О-о. Нет, хорошая жилеточка. Кстати, вот она здесь одна, больше нету нигде. Такая, возьму. Как... Конечно. Видите, у нее глаз загорелся на мою. Она хоть кричала, кричала, что у меня а Наташке плохая. Позавидовала, позавидовала. Конечно. Я позавидовала. Да стоит вообще нисколько, наверное. Ну, ну нет, чего? Совсем не мой размер. $10. Как же не твой, если она тебе влезла? Странно. Она как безразмерная. Где ты чувствуешь, чтобы она тебе была мала? Она так и должна быть. М-ка. Ну и что? Ведь никогда не знаешь, какие делают размеры. Бывает М-ка хорошо, бывает экстра лач мало. Должно быть свободнее здесь. Оно свободно. Очень свободно. А вон карманы-то есть. Ой, а я искала, искала. Ну, тем более тогда. Ну, видите, какая выбражуля. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, на. Да. Смотри, какая красивая курточка, прелесть. Тесновато, тоже да? Не маломерки, видимо. Ну просто покажу, $50 стоит ГЭС. 50, да? Угу. Повернись. Тоже очень симпатичная курточка. Даже этот воротничок такой полностью надутый. Ну, да, очень красиво. Хорошая, но... Ну тебе, я не знаю, почему XL тебе мало, это я вообще в шоке. XL? Да. Ну они, видимо, вот хорошо. Посмотри, вот всякие, потому что буковки. EG, TG, они, наверное, какие-то... Нет, это по разным этим... А, то есть в Америке XL, где-то там в Мексике... Да. А я думала, это обозначает... Нет. Ну вот где L тоже написано. LGG. Нет. Знаешь, что я хотела, вот помню раньше? Я бы вот пальтишечка. Угу. Пальтишечка. Нету пальтишечка, где я тебя возьму? Пальтишечка померена. Курточки тоже надоели. Пальтишечков нет здесь почему-то. Нету. Курточки они как-то почти все на один фасон все равно. Ну да, так вообще. Вот плащик, например, М-ка. Так видишь, М-ка. Надо смотреть, чтобы... О, моя курточка висит. Вот нотика симпатичная. Наташа, моя курточка висит. Ага. А какой размер у нас? L. XL. А, XL. Ну, тоже она... Тоже симпатичная краска. Видимо, на L-ку она растет. Ну, не знаю, почему тебе все мало. Не, мало даже одевать. Ой, вы какая красивая. Хочешь? Нет, а куда? Вот это очень красиво. Она, конечно, медиум, но смотри, какая красивая. Смотри, это рукава-то простые. Да, очень прелесть вообще. Рукава вообще простые. Прелесть. Мне очень понравилось. 59. Посмотри, как она сделана сзади. Вообще класс. Ну-ка я ее померю. Ну-ка давай-ка. Здравствуйте. Мадам. Кривопопу ее свою курточку. Она мне мала, конечно, но она застегнула, что мала. А, да, пальчики. И теперь Наталья танцует уже. Видали? Попой прям можно вилять и вилять. Да, да, да. Все на виду. Очень яркая. Угу. Видал, что предлагают померить? Я говорю, слабо померить тебе? С хвостиком еще. С хвостиком? Ну уж нет. А не стоит. Пижамки не хочешь такой? Не стоит того. Почему? Раздеваться надо полностью. Ну. Ой. Или вот, вот тебе надо такую. Тебе перед Винсентом. Ты любишь клоунадничать. Как раз себе подойдет. Ну вот какая ведь? Почему? Ну ты любишь Винюшку достать. Почему не хочешь? Ну мы в разных спальнях. Перед кем мне? Так сразу будете в одной спальне. Ага. Как только в такой. Ой, какие халатики красивые вообще. Ой, смотри, какие такие рубашечки красивые. Томми Хилфигер. Ой, какие с буковками вообще. Ну это со штанцами. Ну да, смотри, какие симпатичные. Вот эти мне очень нравятся. Ну ко мне покрасивше найди. А зачем тебе? Вы же в разных спальнях спите. Я сегодня одевала теплую пижаму, но она у меня уже старенькая. Это вот М-ка. М-ку не надо. Надо брать, так как стрелать, чтобы она свободна была. О, с птичками, видишь, какая. Угу. Ну, что-то как-то мне хотелось мне бы нравится, поярче. Какая? Почему? Что у нее особенного? Буковками. Потому что с буковками. Да. Мне нравится. Экстралайт, смотри, какая. Суперская вообще. Ну, а у ней что? Штаны и это? Штаны, да. Беленькая, очень симпатичная. Ну, аж не теплая. Теплая. Она как же. И шерсть на ней не видно от Сочи. С длинным рукавом? Да.
Господи, один Тарас одеть, я вот это уже запасаюсь. Ну, знаешь, как классно, гостей можно даже встречать. Ой, да, каких гостей-то? Тебя? Да, меня. Мне бы что-то вот поинтереснее. Давай бери, потому что я к тебе буду приходить и одевать. Не, поинтереснее. Вот сикарями, красная, что. Ну, не хочу я белую. Она очень интересная. Ничего мне интересного. Наоборот, интересно. Не хочу, если брать, так что-то такое яркое. Возьми и ту, и ту. Не надо мне ту, и ту. Вот это тоже ничего симпатичного. Только она, я не знаю, как с длинными рукавами или с короткими. Ну, картинка же нарисована. А, вот. С длинными. Ну, она точно не теплая. Вот это теплее нам. Но мне не надо. Какая? Не, или вот такую вообще теплую. Ну, куда я в них? Ну, это что, как медведь будешь такой ходить. Так и хожу. И она будет у тебя шерстец очень. Ни в какой шерсти она не будет. Да. Ну-ка, Наташа, ну давай на выберем мне пижамку. Я не выбрала. Если тебе не нравится, тогда выбирай уже себе сама. То, блеклая. Что мне нравится, я тебе показала. Блеклая. Все. Мне больше тут ничего не нравится. Ничего ей больше не нравится. Ничего. А вот это такая? Нет. Нет. Нет, вот это вот самое интересное. Их уже и нет. Она последняя, и вон там еще. Ну что она только белая? Все классно. Ну что не классно? Потому что что? Что написано? Хоть прочитай. Happy. Happy. Makes me happy. What make me happy? Дальше что еще тут? What make me happy? What make me happy? Вообще супер. Ну вот ты не пожалеешь, что такое купишь. Все остальное это говно какое-то. Mm-hmm. Такую блеклую ведь уговорит. Она же блеклая, она наоборот очень милая. Очень уютная. Mm-hmm. Идем дальше. Что мы... Вот это вот у нас Уильям таких ходит. Да? Кельвин Кляйн, смотри. Ой, такой беленький вообще. Ой, все, Наташка захотела. Захотела. Ну, такой купить? Так это женские, да? Да. Ой, в беленьком. Да, 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 Наташа. Беленьком-то. Купить. Куда ты забываешь одевать-то? XX. Они всем very, very small. Наталья советует. Я говорю, нафига? Оно мне нужно. Бело, черное, красивое. Ну, это что? Я тебе не советую, я говорю, ну, для тебя подошло. Подошло и отошло. Так, пойдем на дальше. Пойдем. Вот если бы была такого размера твоего, можно на платье ее вот так вот, знаешь, когда холодно, раз на платье. Накинула. Смотри, какие есть. Это Кельвин Кляйн. Мягкие-мягкие. А какого? Что, не смолка? А one size написано. А это one size? Да. Ну-ка, одень. Одень. Ну нет, тут написано L. Ну one так вот. One size туда не смотри. Вот здесь одень. Написано. На сверху, на себя. Такие приятные штучки. О, видал? Ой, хоть мы померяем. Куда ходить-то? Ходить некуда. Не в теплых. Ой, тетеньки сейчас будут говорить, почему вы по музеям не ходите? По выставочным залам. Не тянет? Она черная переходит. $7 всего. 17. 17. Симпатичная вишка. Не надо тебе? Нет. Хорошо. Нет. Я все праздники работаю в этом году, так что обычно берешь... Нет, 31-го отдыхаю. Нет. Оказывается, 31-го. Новый год-то у меня выпал. Я по-старому посчитала, а теперь по-новому посчитала. У меня, оказывается, выходной. Ну что? Что? Оп. Ну-ка. Как раз Люба на тебя. Ах, кошмар. Без живота какой. Ты как раз сейчас мне подъедет. Прикольно. А вот они, эти шубки-то. Вот они, красавицы. Да, 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 да. И даже вот коротенькая совсем есть. И вот такая. Экстра ладж, смотри. Очень хорошо. Они $50 стоят. Очень дорого. Да. Тоже смотри, какое. Ну-ка. Платье красное. Как раз на меня с бантиками. Кельвин Кляйн. Да ты чё? Все не хочешь померить? Как раз мой размер. На Крисмас оденешь. Ой, такой симпатичный. Нормально будешь выглядеть, как положено на Крисмас. Угу. А вообще симпатичный. Да. Я люблю красный. А вот еще есть красный Кельвин Кляйн. Во, с открытыми.
И вот с такими рукавами. Да-да-да, на Крисмас. И такое, смотри. Ну, вот с бантиками очень... интересно. Бантики, а тогда да. Вот вообще одно такое. Ну что, мать? Такой город как раз мой. Придется померить. Да? А как десяточка? Да. Ну что, пойдем померить? Пойдем. Вообще. Материал, да? Такой прорезиновый, вот, смотри. Угу. Видишь, как сделан. Да-да-да. Смолка. Томми Хилфигер. Обалдеть. Очень симпатично. Это 6-й размер. Такие вот платьишки. Ой, смотри, а это такое же, только... Черное. Черное. Тоже как десятка. Тоже Кельвин Кляйн. Думаешь, красное или черное лучше? Да, красное. Красное, да, черное надоело уже. Да. А может, белое еще сейчас увижу. А если белое бы, да. Нет, белое не хочу. Не хочешь? А свитер какой красивый. М-м-м. Донна Карен. Донна Карен. Да, вот они так, пошли, восьмерочка. Это, видишь, какое тоже да. Интересное платье. Смотри, на рукавах как сделано, да? Да-да-да. Висюльки. А это что, бахрома? Тоже, смотри, ой, какие. Ой, черные. С такими этими. Тоже симпатичное платье. Да. Смотри, сейчас на краснотуках все пошло, да? Ну, потому что Крисмас. Это на Крисмас, Наташа. Ну, не из-за того, что Крисмас. О. Вот. Тоже такие же платья, только уже побольше размером пошли, 12-е. Размер, да. Тоже Кельвин Кляйн, видишь, с такими рукавчиками. Угу. А это что-то с белым долларов. Тут сразу? Нет, это просто на платье одет. Да, ну вещей много здесь сейчас привезли у нас. Симпатичные. Да. Опа, может, это вот тебе подойдет. Ой, меня нарядить хочет. Нет. Не, не то, не сё. Ни то, ни сё, ни то, ни сё, ни туды, ни сюды. Вот на Новый год, вот тогда, если... У тебя больше нет живота. Ну вот это не подчеркивает, да, это свободное. Нет. Да. На Новый год такие надо. Симпатичный, да. Красный. Тут ниже, тут выше. Ларч. Ларч. Померяй. Ну мне-то зачем? Ну вот. У меня шубы достаточно. Наташке сейчас шубы не переносить. Теперь все, шуба у меня закрыла все желание что-то покупать, потому что у меня есть шуба. О, может мне такую взять? Вот эти вот очень модные. Вот это мне не нравится, а вот это. Посмотри, какая. Да, симпатичная. Ну-ка, дай-ка померяю. Давай. Ну только это L, может, тебе экстра ладж надо. Потому что она будет, наверное, обтяжку. Сейчас, иди. Надо же ведь эту сумку-то. Ой, сумку, говорю, потеряем. Ну что, вот как сказали мне, ружье тебе и охранять. Охранником. Да. Ничего особенного, да? Вот да? Какие же мы с тобой дуры. Чё? Вот ничего вот этого нам не надо. Мы все покупаем, покупаем. Да. Вот все усираемся чего-то. Не знаю даже чего. Усяру саму. Ой, а тут-то еще тоже, посмотри. Болтухан какой. Болтухан. Посмотри, какой интересный. Да. О! Это симпатично. Это вот Карл. Очень красивая. Вот они где. Но тут экстра смол. $30. Саша, то, что я смотрела, вот они взяла. А, кстати, а это потемнее даже. Ну-ка, это посмотри. Подарковая. Может, тебе потемнее лучше. Вот висит. Вот такого Карла я бы купила. Какого? Ну вот смотри, какая блузка симпатичная. Карл. Ну, она смол. А-а-а. Ой, вообще прелесть. И на этой... Племянница купит такой. Уже отправила посылки-то. Mm. Не хочу затариваться. Никогда уже. Ну. Вот посмотри, надо ли мне? Посмотри, светлее. Ну, $10 всего, господи. Посмотри, она такая же или светлее? Ну, да, вот это лучше темнее. В любом случае, мой размер. Да. Такие
классненькие кардиганчики. Да уж, кардиганчики-то. Наталья. Чего? Нет на меня такого Карла, как вот этот был. Наташа, мне нужна-то вообще. Я знаю, как ты не считаешь. Ну-ка, поверни. Да, интересно, да. Вообще просто. И рукавчики такие до половины. Ну да? Все, тебе надо обновляться. Смотри. Старье-то сегодня убрали. Вообще просто $10. Боже, бантик завязывать. Померю, что ли? Сейчас я. Смотри. Побольше размером надо. Вообще не надо. Нет. Вообще не надо. Рукава какие-то непонятные. Бантюхи. Все. Вот кофта вроде сама по себе интересна. Рукавчики. Пуговочки. А вот это что? Вот этого бы не было, смотри. Это слишком было просто. А с этими завязочками а вроде... куда их девать? Просто так вот их и это... Как? По шее? Не и... надо их завязывать. Просто вот так? Да. Я думаю, что да. Нет, не так. Ну, можно и так. Кто как хочет, тут же уже фантазия. Вообще сама по себе симпатичненько. Да. Я не знаю. Видите, какие джинсы носят? Как будто краской обрызганы. Забор только что красил, да? Вот. Вот так вот модно теперь. Вот взяла я вот эту кофту черно-белую, не знаю, с чем буду носить. Люба взяла купальник и пижаму для меня. Буду ходить. Пижаму там не дашь поносить? Ну что, для тебя-то еще? Что, может, трусы одни будем на двоих носить? А что, мы уже носим? Ну и вот тут замачивать тело свое красивое. Значит, все, что еще надо? Что Люба еще хочешь купить? Вот жалко его будет бассейн. Конечно. Хороший. А что, что ты ничего не купишь? В Сочи эти игрушки, вот такую вот купи ей. Она не играет в пластмассу. Вот это что? А только мягкими, где пикают. Кошмар. Данил покупает немного. Ну ладно. Ну что, все тогда? Смотрите видео. Мы сегодня с Любой работали, просто, как целый говорится, вот у нас сколько? Рабочий день, можно сейчас сказать. Посмотрю, да. С самого утра мы делали я видео. Завтрак, потом, значит, прямой эфир, потом вещи, теперь Бурлинтон. Дэниел спрашивает, all good. Короче, сейчас время почти 6 вечера. А ты приехала ко мне в 10? Да. Вот полный рабочий день. А вы говорите, зачем рекламы? Получать было, да. Получать, как говорится, по шее. Да. Ну все, девочки и мальчики, всем пока. Пока.